Шонан, я бы вам порекомендовал вот эти вот, блядь, бульдоги ебаные не брать тяжелые, а взять все-таки хаммера, блядь. Они поманеврнее, побыстрее, блядь, мне тоже нравится. Потому что этот понос, блядь, едет пиздец долго очень. Кто у нас ГПшник? Мне проще на нем, он бронирован, если что, я подъеду, закрою своих броней. Ладно, понял. Понял тебя. Значит, у нас есть медик, он у меня штабной, если что, Рики, блядь, подойдет. Все выходит. Рация какая, блядь? Дуанальная? Не-не-не, я имею в виду сама рация, двуканальная. Так, все, все прибыли, да? Ну, типа, нам не хер, это нам, ну ладно. У меня, короче, всего 4 магазина больше. На западный край деревни. Значит, ну все, командир отделения, значит, смотрите. На западе у нас лесочек, который нужно зачистить. Значит, помнишь. Шон, он с юга, с южной стороны идет. Титан по северной части леса. Плюс. Все, как готово, можете двигаться. Принял. Двигаться нужно параллельно друг к другу. Если что, у меня медик там в машине. Че Что за выстрел был, слышали? Вау, мы выходим. Я принял, но где-то на западе от нас, примерно на северо-западе, был выстрел одиночный. Будьте аккуратны. У врага разнобойное оружие. Есть и глушак, есть и калаш, всякая хуйня. Машину близко к лесу не держи, держи на дистанции метров 150-200. Принял. Что у них есть АТ-шки, блядь. Хорошо, давай. Ровно месте. Угу. Мы вам машины потом привезем, ваши, которые здесь остались. Так что идите спокойно. Значит, Раша, Куста, Ёжик и Снайп. Крас есть красный, Морти, Джинкс, Зига, Куб, синий. Повторяю еще раз. Морти, Джинкс, Зига, Куб, браво. Движетесь на 300 впереди. За вами Раша на Хаммере, за ним Куста, Ёжик и Снайп. Потом сила там. Блядь! Надо будет... Не бомбим, не бомбим, нормально. Это вот о чем я говорю, нет практики на... Надо будет опять побегать для формации. Что случилось тебе? Тупят, тупят. Ну... Что ты хотел? Значит, потом ты вот эту тачку пойдешь за мной, я на штабную поведу. Надо будет на ту сторону потом загоранить. Угу. Шон, например, меточку на себя ставь,
цифры разного, чтобы я знал, какие. Отлично. Метку поставил, там идет бой. Да, вроде. Метку принял. Титан, посмотри метку, можешь сфонгануть с севера, в принципе. Уничтожили одного противника. Принял. Строение киньте есть, бункера, что-нибудь такое. Что указывал на наличие ящика. Есть, нет? Пока не видно, почему бой. Принял. Реакция на контакт, говорю, была неплохая, интенсивность огня была хорошая. Одного уже уничтожили. Пока видно. А, отлично. Ну это ничего не говорит. Возможно, это какой-нибудь дозор, блядь. Типа засады пытались сделать. Я не знаю, я бы трех человек воздух бункеров оставил, всех бы заминировал бы к чертовой матери. Хорошо так прямо. Тон, прием живой. У меня все спокойно, двигаемся. Смотри, у тебя там на южнее это что нам месяца, блядь. У меня бой, где-то 2 потерь, еще по мне стреляют с юга. Урал, посмотри поле южнее от меня, нет ли там врагов на нем? Осматриваю. Я сейчас, короче, двинусь на 210 на холме, тачки подвезешь потом, ладно? Только пара не забудет. Ты принял? Шон, он с юга, никого не вижу, ты еще живой? Прием. Я жив, в центре леса враг, приблизительно на метке моей 50. Они под елками сидят, видно их все. Моя группа отошла на край востока леса, потому что оттуда сильный огонь. Если титан с ними заклинится, возможно мы подойдем, но надо без ГП. Аккуратно надо. Принял, у вас жить есть... револьверные ТГПшки, ты понял? Если есть возможность ими воспользоваться, шарахните, блядь, по той зоне. Шонан, там бункера не видно. Бункера нет, есть окопы. Урал, КВ-шку скажи, у меня сбилось. КВ-100. Ну, Урал, мы сейчас что, мы штурмуем эти окопы, либо пытаемся найти если какой-нибудь бункер? Да, ну это, в принципе, надо сейчас штурмануть, возможно, там в этих лесах ячик сидит. Значит, ребяточки, не обрабатывайте ГП-шечками всю эту хуйню, блядь. Сильно не лезьте, народу мало, блядь, нам. Как за счет меня счету.
это МКВ? МКВ, МКВ. Прогоняй тачки сюда. По моей гонке. На твою позицию, понял? Да, вроде. Ящик с сеткой, так выглядит ящик у нас? Совершенно верно, да, ящик с сеткой. Шонан, не лезьте на окуп, сейчас мы их объебашим с гранатомета. Подтверди наличие ящика в этих, в этом лесу, прием. Это второй. Угу. Шонан, живой еще, Шонан? Сейчас выйду на КВ Шонна, попробую взять команду на тебя его отделение. Перехожу на КВ Шонна. Внимание, живой есть прием? Так точно. Сейчас Шонна чпокнули, да? Чпокнули, видишь? Троян, вижу дымы. Подождите, была информация про ящик в этом лесу. Никак нет. Не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. Шонан сказал, ящик с сеткой видел какой-то. Последний его доклад был. Не в курсе, нам не докладывал. Сейчас, короче, с севера будет поджимать титанчик. Пока посидите, бля, сильно туда не лезть. Есть у кого команда не принять на эту линию? Газ принял команду. Принял газ. Я не вижу. Нам надо звик сделать, потому что у нас потеря. Понял, давайте на сдвиг. Отделение на сдвиг, уходим. Газ на сдвиге. Что, раненые есть у вас? Газ ранен. Не критично, могу жить. На сдвиге. Принято. Кастан Хайдак на связи. Че на связи? Ну, был доклад никакого обещки. Ну, судя по, блядь, количеству, блядь, ой, побоев, блядь, что там что-то есть. Сонька. Хайдак, оставим связь, есть? Хайдак на связи, я на юге на пушке. Продвинься на запад до этого Трояна. Газ, я могу вас на машине быстро переправить на западную часть леса, чтобы все это подбивается. Принял, давай, готовы тогда встретить. Давай, на следующую часть леса, сейчас за вами приедет чувак. Принял тебя, сейчас метку движения. Что происходит? Шонана убили, короче, сейчас газы переправлю на западную часть этого леса, чтобы он ударил в тыл. Ты что там пока закрепись, там метку газа зеленый, наблюдайте, двигаемся туда. Принял тебя там? Хорошо, принял. Повтори, я нихуя не принял. Пока закрепись там, где ты сидишь, я сейчас Шонана группу переброшу на западную часть леса, он будет с тыла заходить. Так, у кого карты нет, двигаемся на восток. Свои не стреляйте, свои. Так мы на западе сейчас как раз, на западе от этих окопов ебучих. Я имею в виду на запад этого лесного массива. Ты далеко на запад ушел? А, принял, да? Не. Вот, я сейчас в тылу переброшу. Хайдак, замыкай. Кастан, жил. Я вам бибику, ребят. Слышим тебя, слышим. Подходим с запада. Выйди на ДВ, что нам с Снигом? Кастер на связи. В какой средстве? В любой, как ты видишь. Давай все в правый, быстро. Ребята, по машинам быстрее, ну и по машинам.
будем лезть, другой хаммер садись. Так, все сели, да? Те, кто на связи, все сели. Один потерялся где-то. Все, значит, понял. Пока пополняйте в тачке. Если что, мы можем издалека проглядеть. Вот елочки, все высохло. Внимание, возможно, здесь будет враг. Сэйн, выйди на опушку, прогляди. Остальные держим оборону. Что, да, ставлю метку, чем где вы находитесь. Принято. Не вижу твоей метки. Принял. Подает 047, 072. Определись и двигайся на восток. Принял тебя. Так, на 340 что-то есть. Рассматривай. Все вас надали на КВшку на связи. Он, упор. Он, ты живой, прием? Упор. А, это свой. Без... КВ, КВ. Кто-то далеко чё зашел, слишком лес. Это живой прием. Это Хайдак был. Тёдон, прием. Так, короче, Сейнт. Троян. Значит, и я. Мы двигаемся, значит, фронтом. Шеренгой, как и входили в лес. Хайдак, прикрывай нам тыл. Принял? Живы есть, прием. Да, есть. Он погиб, походу. Скосили, скосили. Можно зайти в положение, точно. У нас 120 вражеские, а на 100. Мы от них метров 70, наверное. Понял. Наличие ящик видели, нет? Нет. Командование есть кому принять? Да, нету. Хорошо, парни, сидите. Сейчас к вам с запада по этому лесу будет идти второе деление. Мы все белые корни, мы их отряды выводим. Сейчас они подавят на вас. Как будет завернуться, тоже продвигайтесь, значит, на запад, встречайтесь с наркотиками. Возьмите командование. А, никак не просто. Мы не видели, короче, этого ящика, но перед нами прямо. Понял, тогда сидите, контролируйте окопы, особенно там елочки. Запад идет в окна. У нас возле М2 кто-то живой остался. Это не ловится. Выходи на КВСТ. А, не на КВСТ это. Раш, ты где? На Галинской КВСТ. Походу в минус. Слушай, все, где он вообще сохранил? Пошли! Там тоже убили, они там летели. Зашились, блядь, надо их толкать нахуй. Отделение стоп. Меняем азим движения на 70. Елочки обходим. Обходим по северной части. Французская группа, когда мы убили, она французская группа сидит возле окопа, контролирует. Мы внутренне не заходим окопа. Ждет вас. Принято, продвигаемся. Да, газ.
70, ровно азимут, вижу в теплоке что-то. Принял. Продвигаемся потихоньку. Так, газ. Еще на 40. Принял, там возможно наше отделение. На 40 вот одно тело сидит. Так, газ, остановись, я тогда отведу отделение на север, чтобы они сухо к вам не спустились, окей? Да, стоп, закрепились. На 70, возможно, машина. Так, внимание, живые есть. Живые есть. Всем уйти на северную часть леса, на край леса. Принято, ходим. Просто займитесь, уходите на край леса, займите там дорогу. То есть вы, чтобы теплак не светились, там идет группа, чтобы потом рассматривать. Я потом буду на лошкову и дам колеса. Ужасно связи, приедем. 30, так точно. В общем, ребята сейчас задымятся, идут на северную часть, на кромку леса. То есть все, что на севере там будет, будет наше. Все, что правее, брат. Мы наблюдаем. А это свои 40. Вижу, это свои, значит, ходят. Отделение на 70 вперед. Газ на 100. Трайан будет по твоей стороне. Как принял? Смотрю, что. От тебя газ на 80, как раз, по-моему, техника и светится какая-то. Это будет нож, это лазит. Так. Там полумрак подорванный. Не могу. Возможно подорванный, но навряд ли оно светится. Что-то большое. Закрепились, остановились, бинтующие. Елка где? А, после елок получается на 80. Если посмотреть, там есть чистые поляны, после него контакт. Контакт. Так, на 100, на 110, на 110. Иду к нему, иду к нему, это глушак стреляет. Подавляю. Сюда, давай. Урвай, ему скажи, Егор. Я на 80 пишу, на 80. Понял тебя. Троян, закрепись. Перевязывайся, отошел. Вот у нас контакт 140, край поля. Елки.
не даем подойти, мы отрезаем от самого этого. Американцы после окопа должны быть. Да, я про яму подхожу. Все. Внутри есть кто-нибудь в окопах, знаешь? Смотри, как нет, граната туда. Сейчас граната будет кидать туда. Сила, давай, давай. Держи его, сейчас пойду попробую. Моя пошла. Пошла. Ура, он покусит тебе. Две гранаты мои были. Отставить гранаты, блять, ящик можем повредить, если он там. Я сейчас, блядь, номер отшел. Ладно, Сева, давай ко мне, блядь, мы в Восток пойдем по краешку. Газ подтверждаю, на севере что-то есть. Так, западные окопы вроде чистые. Я внутри в западных окопах. Фрол, слева тебе. Костен с Востока рандомщика снял. Газ подтверждает, а техник, который я видел, сгоревший РГшка наш. Да, живой. Найдите газа, возможно, он, блядь, сезон появляется. Слышу технику. Сань, живой? Да. Ты где? У окоп. Наши старые позиции были на сколько? На 80. На 80? Угу. Нашли газа, нет? Нет. Техники свои, да? Я к технике подхожу со 300 примерно, не застрелить. Троян мертв. Троян жив. Да, значит, это я газа вижу. Парни, ну что, ящика не видно, блядь, здесь? Живые-то есть, нет на канале, блядь? Есть, есть, кто там живет. Ящик не был обнаружен, да, в этих окопах? Парни, блядь, я чё, блядь, со стенкой разговариваю? Ящик видел кто-нибудь, нет? Нет, смотрим окопы, пока не можем найти. Сайн, живой? Так, Сайн мертв, только что передо мной пробегал. Походу ящик там. Там где-то окопы. Центральный где-то окопы, где-то здесь. Принял. Да, чё, чё хотел? Мой спиздили хаммер, куда нам? Большие ящики такие, песочные. Подтягивайте в центр леса, да не идет стрельба. Там вот есть. Подтягивайте камеру, где? А кто ведет сейчас стрельбу? Противник? Нет, не наши. Урал на связь. Иду, нашел парня, кто он? Нет, он ушел, он живой. Будьте против. Понял, смотри, передний сектор на 20. Меня пробежал пулеметчик наш с ДВшкой. Спроси, кто это. Это я, скорее всего. В кустах. Елки сижу. Понял. Урал. Да. Урал, может сдвиг по Шоновской, потому что куча народу у них падала. Давай, елки, сдвиг.
вижу наших на машине, почему они не на рации? Другое отделение, еще печь. Они приехали, и вторую печку стреляют. Хаммер. Хаммер, слышишь? Урал, подъехали на сколько было? Все, все, едешь, едешь, сейчас вот тут эти, вот в этих, походу, ящиках и этих есть. Ящик, они приехали эвакуировать ящик. Я нашел ящик. Смотри там, смотри там.